Погнали. Здравствуйте, сегодня у нас 16 сентября 2021 год. Находимся в аэропорту в Абакане. Сейчас мы провожаем своих родственников. Вот, улетает. Ну а мы через 2 недели тоже опять на 2 октября взяли билет тоже. И будем следовать обратно на севера. Так, ну вот такая погода. Сегодня градусов 22, наверное, 23, наверное, будет. Тепло, ну пойдем. Сегодня солнечная погода. Решу. Хорошая, ну. Так, ну там вот Ми-2 стоит, вертолетик. Так, ну пойдем дальше посмотрим. Взлетное поле. Посмотрим. Ну а вот с этой стороны будет производить посадку Boeing 737-800. Там что-то будет ходить. Да, это вот, от машин шум идет, только кажется, как будто там. Из лайнера. Ну, лето тут еще как бы продолжается, хотя уже сегодня 16 число, сегодня четверг, вот. Но обычно самолеты летают по средам и по субботам, но сегодня, я не знаю, почему-то в четверг сегодня вылет. Вчера что-то они не улетели. Хотя билеты были куплены на 16 число, что-то какое-то изменение в расписании немножко пошло. Так, ну там вот автобус. Вот такая вот осень только началась. Конечно, тополя начали желтеть потихонечку. Ну а так, еще нормально. По сравнению с Норильском, тут просто еще рай. Да. Так, ну сейчас вот в летное поле посмотрим, что там, если там самолетов нет, или нет смысла. Их разыскивает полиция. Кого они там разыскивают? Смотри, фото-видеокамера запрещена. Что сказать? Да вон таблички повешали. Ну да, это считается стратегический объект. Вон Ил-76 стоит. Ух ты, красавица. Ага. Да ты чё? Конечно идут, блядь. Беляшек хочу. Стой жрать вообще хочу. Давай мамке позвоним, пусть косточки сварит. Ну давай. Так, раньше вот здесь вот был здание аэропорта. Мне, наверное, лет 12-13 было. Вот мы вот это отсюда улетали вот тоже в Норильск. Здесь вот это вот здание здесь вот было. А этого здания еще не было. Вот здесь вот кольцо, вот это вот. Здесь вот, помню, таксисты здесь стояли. На Волгах, на 24-х еще. Так, ну а здесь вертолетик. Ми-2. Слушай, а я кроссовки привезла только? Я не знаю. Где сумка? Что я... Или я у Галки их оставила? Без понятия. Не помню. Теряются все время. Елки же, да? Это голубая ель. А, ель, да? Голубая ель.
страшно даже, слушай. Ой, кошмар. Летим. Мы с тобой полетим, у меня же мурашки. Находимся в аэропорту здания. Смотрим самолет, который сейчас уже прилетел с Норильска. Вот. Ну, а мы через 2 недели тоже так же полетим обратно на севера. Пойдем поделочки посмотрим. Ну пойдем поделки посмотрим.